Всем привет! Сегодня у нас живот мужской. Грудь я обработала, и теперь ниже от груди у нас до пупка волосы и ниже пупка. Волоски растут веерообразно вниз. Паста у меня средняя. Накладываю я ее против роста волос. Вот так вот немного веером, чтобы сразу все собрать. Растягиваю потихонечку. Чтобы все волоски поместились у меня там. И снимаю также веером, либо елочкой. С одной стороны, с другой стороны, друг за дружкой. Метод топтыжка. Попеременно пальчиками по очереди на одном месте для захвата нескольких волосков. Чтобы прибрать все волосы, почищаю, где еще остались волоски. И, значит, раз они остались, значит, им не хватило воздействия пасты. Паста их хорошо не захватила. Теперь сбоку от пупка все убираю. В зоне бикини волоски растут тоже так же, елочкой. Метод дуга. Захожу с места, где нет волос, прохожусь по волосам и выхожу на место, где нет волос, тоже так же. Да, я решила сделать сразу побольше площадь. Волоски тонкие, слабые, и болевых ощущений нет. Если все правильно делать, то больно не будет. Когда хорошо натянута кожа, волоски прям сами вырываются. Из-за пасты тянутся, вместе с корнем вырываются. Дорожка вниз ведущая. Вокруг пупка убираем. Антистресс. Антистресс нужен обязательно. Боль рассеивается и стихает. Прикладываем руку прямо на несколько секунд. Полностью всю руку. Клиент абсолютно не испытывает уже никаких болевых ощущений, потому что волос мало. Волоски редкие, слабые, тоненькие, обесвеченные уже, их почти не видать. Раньше здесь было много прыщей. После других мастеров приходил клиент, и прыщи были не просто красные, они были белые, с гнойниками. Вот, и мы постепенно как бы добились более-менее нормального результата. Метод шаркания на одном месте одним пальцем. На одном волоске или на группе волосков. Когда пастой мы удаляем волос, у нас одновременно происходит еще массаж кожи. У нас происходит массаж тела. У нас происходит еще и пилинг. Мы еще пастой убираем омертвевшие клетки кожи. Так, уже я подобралась поближе к зоне бикини. Ну, чуть-чуть больше я убрала здесь, да. Дорожка, ведущая ровно вниз. С другой стороны
точно так же убираю я. Против роста накладываю пасту, протягиваю несколько раз, натяжение кожи. По росту срываю волос. Подбираюсь ближе к зоне бикини, потому что волосы везде уже одинаково растут. Одинаковая длина, уже слабые, тонкие, обесцвеченные, легко вырываются. Луковицы там уже нет мощной, потому что постоянное, периодичное удаление волос. Волоску уже питаться негде, потому что постоянно обрывание идет. И когда он созревает, то луковица уже не успевает нормально сформироваться. Здесь тоже немножко на ноги убираю. Так как ноги мы тоже депилируем, то я немножко и на ногу сразу захожу. Пришлось кусок видео отрезать, потому что там я не углядела и не смогла ничего сделать. После депиляции решили сделать вот такого филина. Это флеш-тату, переводочка такая. На чистое место протертое, уже обработанное после шугаринга, я взяла вот такой вот рисунок в виде совы. Ну, это выбор клиента. Она большая довольно-таки. И вот такой филин. Обрезала все ненужные штучки, сняла пленочку защитную. И вот приметила, где у нас, как он будет находиться. Вот, после выбора места я хорошенечко приклеиваю. Там основа уже такая липкая. Приклеивается немножко на тело. И сверху накладывается влажная салфетка. Мы ее хорошенько промачиваем в воде, чтобы она была мокрая. И протирается просто рисунок с другой стороны. Он весь должен хорошенько промочиться, пропитаться водой. Все уголочки я протираю, стараюсь, чтобы все промокло хорошо, чтобы рисунок хорошо отстал, бумага хорошо отстала, рисунок остался на теле. Ну и вот, видимо, не хватает, когда не хочет бумага отлепляться, то маловато проникновения влаги. Когда все хорошо прилипло, бумага легко-легко скользит сама. Бумагу выкидываем и вот расправляем салфеточкой потом рисунок. Все уголочки в разные стороны, чтобы все хорошо приклеилось. А тут получилась такая ямка и образовался воздух. Немножко придавила я и, в принципе, все стало на свои места. Рисунок будет держаться на теле 2-3 недели. Довольно-таки долго носится. Вот.
там клеевая основа такая, вот подложка, она блестящая. И довольно-таки нормально все носится. Вот такой вот, такая красота получилась. Желательно не тереть просто рисунок, не тереть мочалкой, если вы хотите подольше сохранить его. Удаляется обычным спиртом, ваточкой, спиртом, потерли и все.